Здорово, подписоты. 20 декабря, среда, 23-й год. Курочка-гриль. Красота, 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 красота. Три вида салатиков. Раз, два, три. Давайте жрать. Салатики. Оливьеща. Под шубкой. Из крабовых палочек. То бишь, нормальная тема. Такие штучки я люблю. Такие салатики обожаю. Вот у нас под шубкой. Салатики обязательно с хлебушком. Здесь представлены топ номер один моих салатиков. А нет, под шубкой и оливьеха номер один. Крабовые палочки, которые без риса, с огурцом, они номер два. Также на втором месте, второй-третий, салат столичный. Давайте штучку. Давайте вот эти штучки сделаем ням-ням. Курица у нас килограммовая, больше даже. Если три салата, где-то грамм по 330, по 340. Короче, в этой воде килограмм. Понятно, что я все не съем. Не, если бы салат безо всего, я бы съел. Помните, у меня даже было видео, я ел килограмм оливье. Только я его зачем-то на время ел. И самое прикольное, косточки собачкам. Хоть и говорить нельзя, но я разрешаю, можно. Всю жизнь давал их, всю жизнь они жрали. Все живые были. Вот это мы не едим песиком. Ну что, хребеточек. Вкусненько. Вкусненько. Ну что? Вот я всегда обычно шкурку я не ем. Ножку берем вот так вот. Давайте жрать. А что нам не хватает? Хренадера. Что мы вчера взяли. Но я думаю, он лишний. Будет сбивать нас с нашего вкуса. Мясо и так хорошо с салатиком. Без всяких хренадеров. Ну, так оно. Эту шкурку песикам надо. Нормальный хавчик, да? Замечательно. Как в сказке. Пошел себе, выбрал всего. Вернее, заехал. Ну, может сходить. Наложили сколько надо.
Замечательно. Сидим, чилим, не спеша кайфуем. Ну что, следующее, что у нас тут? Шкурочка. Вкусненько, но я стараюсь не есть песиком. Хотя, вот если бы сам бы жарил бы, то, конечно, бы я бы с хлебушком. Но самый максимально вкусный канцероген. Да, чувачки? Вы любите жрать? Ну, я думаю, если смотрите это, по-любому любите жрать. Потому что что это за мазохизм сидеть голодным и смотреть? По-любому жрете. Хавайте. Так, шкурочка, да? Вот самая вкусняха. Смотрите. Самая вкусняха. Ну, мы собачку надо. Но здесь другие вкусняшки. А вот это уже курочка, да? Хорошо бы соусом бы. Да? Под шубкой. Под шубкой. Обтираемся. Кто-то ждет Новый год, да, поесть салату. Я же говорю, я не отмечаю праздники вообще. А жру всегда в любое время, что я хочу, именно организм хочет. Мы не ждем Новый год, чтобы поесть салату. Ну, вообще по барабану все праздники. Ну, там, кроме одного. Ну, кто на YouTube меня смотрит, они знают, что это праздник. Я даже днюх свой не отмечаю, мне по барабану. Ням-ням. Нормальный такой ням-ням. Прям нормальный. Белое мясо. На диетке хорошо, да? Диетироваться. Так, следующий что возьмем? Ножку ели уже, крылышко ели. Давайте эту. Вот эту вот штучку съедим. У песиков праздник будет. Так, какой бы еще? Вот у нас вот так вот, да? Так вот берем голень. Голень ням-ням. Что-то мы на курицу накинули. Не забываем про салатики. Сейчас насыщение придет. И все, бед. А я сегодня не буду впихивать себя. Мне по барабану. Хватит уже надоело, но я каждый видосик впихиваю себя. Сидим, наслаждаемся. Чилим. Чилим.
Нормуль. Нормуль. Давай обглодаем кости, это бросим мясо, есть не будем уже. Собачкам почистим, дадим. Собачек надо будет покормить. Мясо уже не хочу. Уже, если честно, насыщение. 10 минут видел. Сейчас пойду шаги намату. А то я сегодня по делам ездил с отчимом. Ничего не намотал. До гаража я обратно ходил. Машину брал, машину поставил, обратно пришел. 3000 шагов. Ну и так там, тоси-боси. Поэтому еще 7000 надо намотать. Так, вот так. 12 минут уже. Тиктокеров отключили. Насыщение, ребята. Насыщение. А я сказал вообще 20 декабря? А, сказал. Что-то я уже забываю, что сказал, что нет. Ну, такой калейдоскоп событий. Купил черного хлеба себе, а он даже не понадобился, двумя кусочками наелся. Ну, то есть тут куча хавки. Давай вот это еще псарне дадим. Угу. Вот, пусть они обгладывают. Псарня. Что еще тут дать псарне? Вот это. А я все, ребят. Как так все? Почему салат не дал? Что за тема? Что за тема нездорова? Может быть, один хотя бы да есть. У меня насыщение собачкам. Это я завтра пожру. Давай еще крыло собачкам. У меня собачкам. Усё. Вот это же можно вырвать, знаете, собачкам. Мясо мне не нужно, я его завтра пойму. А, чтобы два раза не носить. А это всё собачкам. Всё. Кушайте салаты. Я всего наелся. Последнюю ложку. За Женечку. Ням-ням-ням. Хватит. Пока. До свидания.